Ну что, друзья, придется еще раз использовать моего друга Бустера, который я вам показывал в прошлом своем видеоролике. Это вот этот аппарат, так как и я столкнулся с такой проблемой. Бустик мой долго постоял и, ну, никак не хочет запускаться. Сейчас я вам продемонстрирую, что происходит. А он дизель, сейчас прохладно стало, видимо, аккумулятор слабоват. И я несколько дней его просто не запускал. Итак, друзья, чтобы все видели, включаю замок зажигания, свечи потухли. Вот что мы имеем. Как видите, аккумулятор разряжен. Подключаем бустер и проверяем, поможет или нет. Итак, друзья, значит, клещи у нас вот здесь находятся. Достаем. В принципе, нам здесь ничего не надо будет, но аккумулятор у меня находится вот здесь. Так, вот здесь у нас идет минусовая. А плюсовая, друзья мои, аж там, вон она, аж под сиденьем. Сюда мы, наверное, не сможем ничего сделать. Скорее всего, придется дать под капотом. Открываем капот и идем в подкапотное пространство. Друзья мои, в подкапотном пространстве здесь немножко иначе, отличается от других автомобилей. В общем, плюсовая здесь, вот она, сделана. Вот плюсовая, силовая плюсовая. Вот сейчас к ней мы и подключимся. Только, наверное, все-таки я сниму вот эту крышку, потому что так неудобно будет подлезть. Снял я эту крышку. Итак, мы видим здесь, вот у нас силовой плюс. Я так понимаю, что это идет от аккумулятора с салона. Итак, минус мы запитаем где-нибудь. Сейчас найдем, куда запитать. Лучше, конечно, на двигатель кинуть. Но тут тоже к двигателю не сильно подлезешь. Давайте, как положено, для начала мы втыкаем, соответственно, сам бустер. Воткнули мы бустер. Теперь клещи должны накинуть. Одну, конечно же, на минус, а вторую на плюс. Так, минус, 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 минус. Ну, негде, друзья мои, негде тут повесить минус. Даже не знаю, куда его. Ну, можно попробовать вот сюда. Это, конечно, плохие контакты, но тем не менее. Многие у меня спрашивали, какую клемму первую одевать, плюс или минус. Друзья мои, да разницы нет, какую одевать. Главное, если вам удобно, есть доступно одевать плюс, то одевайте плюс. Если удобно одевать минус, одевайте минус. В данном случае я пока не вижу здесь особых удобств, поэтому я выбираю, ну, в общем, какую одену, такую одену. Погнали. Итак, плюс. Смогу ли я его одеть? Вот в чем вопрос. Конечно же, смогу. Вот таким вот образом. Прямо вот сюда одену, вот так вот. Так, а этот минус попробую одеть вот так. Так, чтобы там у меня не соскочило никуда, ничего не коротнуло. А этот одену вот тут на корпус прямо. Слабый. Слабый контакт, друзья мои, это очень слабый контакт. Цепь есть, вижу, но контакт слабоватый. Ну, давайте попробуем так, если что, буду переключать уже на другой. Так, нажимаю, у меня 30 секунд будет на запуск. Вот, нажал и... Пытаемся запустить. Чудеса! Вот так, друзья, помогает бустер. Класс! Отсоединяем пусковое непосредственно от бустера. Отсоединили. А теперь отсоединяем плюсовую. Ну и, соответственно, минусовую. Отсоединяем. Бустер можно убрать. И что, друзья, кто-то еще скажет, что бустер – это не полезная штука. Мало того, что машину завести можно, да еще и телефон всегда подзаряжу. Вот такая классная вещь. По крайней мере, я доволен 100%.